Ситуацию на фронте сейчас обсудим с нашим следующим экспертом. С нами на связи Федор Венеславский, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Здравствуйте, Федор Владимирович. Добрый день. Действительно, фиксируются случаи отказа целых подразделений российской армии от выполнения боевых задач. Я предлагаю вот наш разговор начать как раз с очередного перехвата, который публикует Главное управление украинской разведки. Там оккупант рассказывает о проблемах в укомплектовании, неудачах, о том, как многие отказываются идти в бой. Давайте послушаем и сразу обсудим. Внимание. В ротах осталось по 10-15 человек. Все безвыходная ситуация, понимаешь? Просто вообще. И мы сидим, понимаешь, мы уже морально так убиты, мы сидим, да я знаю. Меня вчера уже так мытануло, там клинануло, я думаю, сейчас эти замполиты еще раз, хоть сюда еще раз придут, я их тут тварей расстреляю. Я просто вообще, знаешь, у меня в голове не укладывается, я вот не пойму, почему не выведут нас? У нас осталось в каждой роте, от БТГРов не осталось, у нас осталось по 10-15 человек. И это не единичный случай такого настроения. Готов даже расстреливать замполита. О чем это говорит, Федор Владимирович? Это говорит о том, что мы воюем за свою землю, а эти ребята, эти военнослужащие в оккупационной российской армии, они не понимают, по большому счету, какую цель они преследуют в Украине. Потому что все уже прекрасно понимают, вот эти заявленные в начале войны, в начале широкомасштабной агрессии, денацификация, демилитаризация, они ничего общего с реальностью не имеют. Идет полномасштабная война, идет оккупация украинских земель. Целью этой войны является оккупация украинских земель. Фактически создание невозможности существования украинского государства в будущем. И это публично заявляет и Путин, и его высшее политическое руководство. Солдаты, которые воюют на стороне Российской Федерации, военнослужащие Российской Федерации, мобилизированные с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, они тоже прекрасно понимают, что те геополитические цели или фантазии Путина, они не стоят жизни и не стоят того, чтобы за эти же цели, скажем так, умирать на территории Украины. И кроме того, вооруженные силы Украины, несмотря на то, что у нас не хватает тяжелого вооружения, что превосходство в артиллерии на стороне врага, наши вооруженные силы очень филигранно уничтожают опорные пункты врага, уничтожают и командные пункты, склады с боеприпасами. И это все, не всякого сомнения, играет такую роль подавляющую на психику российских военнослужащих. Они приехали из Сибири, с Дальнего Востока, с там, Калининграда и так далее, на территорию Украины. И они, по большому счету, слабо понимают, что они здесь делают. И кроме вот этих радиоперехватов, которые вы озвучили, еще есть очень много иных, которые действительно дают основания утверждать, что морально-психологическое состояние российских вооруженных сил с каждым днем практически очень сильно падает. Действительно, ни одна из целей, ни одна из фантазий, заявленных с 24 февраля противником, не была реализована. Активная фаза военных действий на Донбассе продолжается уже более чем полутора месяцев. Точно так же не вышли на границы Луганской и Донецкой областей. Наши военные мужественно, отважно держат оборону, переходят даже на отдельных регионах контрнаступления. Но все-таки хотел с вами вот что обсудить. Вот как говорит Сергей Гайдай, глава областной Луганской военной администрации, в ближайшие дни ожидаются большие наступления, и россияне уже подтянули все резервы. Вот какие выводы, как вы оцениваете ситуацию боестолкновений на Северодонецком направлении, самом ожесточенном, вот за последнюю неделю? Ну, во-первых, мы позавчера вечером общались с командующим оперативного района Луганской и Донецкой области, генералом Сырским. Мы понимаем ситуацию. Ситуация действительно достаточно сложная, потому что российские оккупационные войска сконцентрировали в районе Северодонецка, Лисичанска, Бахмута. Они и со стороны Слобожанщины в районе Изюма, в направлении Славянска, практически там две трети всех своих боеспособных подразделений, которые остались у них, которые они увели на территорию Украины. То есть они сейчас пытаются создать многократное превосходство в живой силе, в технике. Они завозят резервы и техники и пытаются в ближайшие дни, это подтверждает и Главное управление разведки, и военная разведка сил, которые там воюют, подтверждают, что они собираются в ближайшие дни атаковать с целью окружить наших военнослужащих в районе Северодонецка, возможно, дальше потом Луганск, Лисичанск, прошу прощения, и со стороны
Харькова, со стороны Лимана, в направлении Славянска сделать большое кольцо окружения. Но наши вооруженные силы и поломали их планы раньше, и их сейчас ломают. Потому что те сроки, в которые они планировали завершить оккупацию Луганской и Донецкой области, в полном объеме, они не то что не имеют ничего общего с реальностью, они вообще параллельные миры, потому что за Северодонецком, вы правильно сказали, на протяжении последних месяцев ведется ожесточенная борьба. И даже при том, что у врага очень сильное превосходство в живой силе техники, они не смогли сколько-нибудь тактически заметно продвинуться и получить какое-то преимущество в овладении теми либо иными окраинами или населенными пунктами вокруг Северодонецка. Поэтому ситуация сложная, но она понятна для нашего военного руководства, и оно делает все для того, чтобы не допустить реализацию плана врага. А вот интересно все-таки, а кем они пополняют резервы в живой силе? Вот мы слышали разговоры, да, вот перехваты о том, что на самом деле происходит там и как они хотят выбраться оттуда назад в свою Россию. Кто же едет сюда? Они, это частные военные компании, это контрактники, которых нанимают, и они не понимают, куда они едут. Как вы считаете? Ну, тут очень много аспектная составляющая пополнения потерь в живой силе. С одной стороны, да, привлекаются частные военные компании, но в общем количестве оккупационных войск это там очень небольшое количество, там несколько тысяч максимум на всех участках сосредоточения это частные военные компании. В основном это военнослужащие, контрактники, которые подписывают контракт, которым обещают, что они получат соответствующие денежные вознаграждения, там, если они погибнут, то их семьи получат, и это тоже, как мы знаем, с радиоперехватов играет очень большую роль. Но, тем не менее, количество желающих ехать на войну в Украину, а иными словами, на смерть, существенно уменьшается с каждым днем. И то, о чем мы говорили там в мае месяце, я думаю, что мы подходим к той линии, когда Российская Федерация вынуждена будет все-таки объявить мобилизацию, потому что без этого пополнять существенные потери, которые они несут, они уже навряд ли смогут. Но, судя по всему, в России тоже готовятся к мобилизации, поджигают военные военкоматы один за одним. Мы видим эти кадры, которые то в одном, то в другом регионе России, да, кидают бутылки с зажигательной смесью, поджигают здания. Ну, к сожалению, говорить о том, что это имеет массовый характер и уровень поддержки Путина существенно падает, мы сейчас все еще не можем, потому что, несмотря на вот такие проявления протестные внутри России, значительная часть поддерживает войну российских граждан. И есть и те, кто едут в Украину добровольно, но их количество все время падает, поэтому я уверен, что необходимо будет в России объявлять мобилизацию. По данным Института изучения войны, сейчас одной из главных задач, которые ставят перед собой вооруженные силы России вот в Харьковской области, это не дать вооруженным силам Украины перерезать железнодорожное сообщение изюмской группировки, которая упорно пытается наступать в сторону Славянска. Что сейчас происходит в районе Изюма, учитывая сообщение на этой неделе о контрнаступлении украинской армии? Действительно, наши вооруженные силы со стороны Харькова пытались наступать и оттеснять врага от Изюма с целью не допустить их наступления на север, на Славянск, потому что главная цель группировки, которая сосредоточена на Слобожанщине, в районе Изюма, а я хочу сказать, что это, исходя из численности всех батальон-тактических групп, на первом месте это Луганская и Донецкая область, там их где-то почти до 50-47-48, периодически там уменьшается, увеличивается количество на втором месте. Это более 20-25, это на Изюмском направлении. Они сосредоточены как раз для атак на Славянск. Поэтому наши вооруженные силы, атакуя вооруженные силы Российской Федерации, оккупационные войска в направлении Изюма, они фактически срывают планы врага сделать вот этот большой котел, большое окружение, которое они для себя рисовали, о котором наша разведка нас предупреждала и военное руководство на протяжении последних практически двух месяцев. Поэтому то, что наши вооруженные силы переходят в контратаки, это очень помогает нашей группировке на Луганской и Донецкой областях, но перерезать железнодорожное логистическое снабжение оккупационных войск, и которые идут по линии там, Купянск, Волчанск и дальше на Изюм, все еще не удается, хотя наши и силы специальных операций периодически разрушают их логистические маршруты.
маршруты, но они их восстанавливают. И именно по этим линиям они подвозят подкрепление и живую силу, и технику с Российской Федерации. Федор Владимирович, давайте отметим также успехи в контрнаступлении наших войск на юге нашей страны. И в этой связи хочу спросить, как вы оцениваете перспективу освобождения Херсона и Мелитополя? Вот сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров сказал, что рассчитывает на скорейшее освобождение города и отметил, что линия фронта там уже продвинулась на 10 километров. Что там происходит, чего можно ожидать? Совершенно верно. Наши вооруженные силы, пользуясь той ситуацией, что главные силы и средства врага сосредоточены в Луганской и Донецкой областях, и на территории Запорожской и Херсонской областей их значительно меньше, они при первом удобном случае переходят в контрнаступление, и как свидетельствует события последних нескольких дней, эти контрнаступления являются очень успешными. То есть мы освобождаем населенные пункты Херсонской области и уже практически подошли очень близко к Херсонской области. Но тут нужно опять быть реалистами. Враг очень строит серьезные фортификационные сооружения. По данным наших разведчиков, цементные заводы работают на полную мощность. Они строят и фундаментальные бетонные укрепления для того, чтобы не допустить вот такие успешные контратаки наших вооруженных сил. Поэтому я думаю, что ожидать в ближайшие дни полного освобождения Херсона, Мелитополя, это очень оптимистично, мы в это верим, но это очень сложно, исходя из того, что все-таки тоже наши большие силы скованы на востоке, на Луганской и Донецкой области, и тех сил и средств, которые делают успешные контратаки для полномасштабного освобождения Херсонской области, а потом Запорожской, на данный момент еще, наверное, не настолько достаточно, хотя наши вооруженные силы делают все возможное. А когда вот эти силы и средства можно ожидать в нашей стране? Если можно озвучить эту информацию, мы знаем, что и вот накануне Борис Джонсон, когда был в Киеве, снова пообещал вот непрерывную поддержку, еще больше вооружения. Олаф Шольц тоже заверил, что прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее, наконец, в нашу страну приехали обещанные гаубицы, дальнобойные артиллерия. Нам же это так необходимо. Совершенно верно. Личного состава наших вооруженных сил, которые мобилизованы, которые добровольно пошли в ряды вооруженных сил украинских и вообще в сектора безопасности и обороны, достаточно для того, чтобы при наличии тяжелого вооружения, при наличии бронетехники очень эффективно освобождать нашу землю. Но проблема, вы правильно говорите, в том, что, к сожалению, заявлены декларируемые устами политиков западных стран виды вооружения, это прежде всего дальнобойные артиллерия, реактивные системы залпового огня, бронетехника, и в Украину поступают не так быстро, как бы нам это хотело. И действительно, после визита Отто Шольца, Макрона, Бориса Джонсона в Украину, есть оптимизм, что этот процесс будет более интенсивным, и мы более быстро будем получать эти виды вооружений, но тем не менее на данный момент нам именно этого не хватает для того, чтобы более решительно и с меньшими потерями освобождать нашу землю. Федор Владимирович, мы неоднократно с вами обсуждали ситуацию на севере нашей страны, в частности, военные учения в Беларуси. Все-таки снова есть повод на эту тему с вами поговорить, потому что учения каждый раз, когда вот-вот должны закончиться, все продолжаются и продолжаются. Лукашенко накануне вновь пригрозил всем какими-то ракетами и обстрелами. Мужчинам вручает повестки в Беларуси. Страна это закрыла воздушное пространство. На сайте госзакупок появился тендер на закупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих. Чего ждать можно от Беларуси? Я с первых дней войны я утверждал, что Беларусь навряд ли в очень краткосрочной либо среднесрочной перспективе войдет в сухопутную фазу войны с Украиной. То, что они так пребывают в состоянии войны, мы понимаем, потому что даже некоторые ракетные обстрелы, которые в первые дни были очень интенсивными, сейчас они также, угроза этих ракетных обстрелов сохраняется, в том числе со стороны Республики Беларусь. На их территории размещены российские «Искандеры», которые способны лететь там на сотни километров, там 500-600 километров и поражать цели на территории Украины. И вот такая угроза, вне всякого сомнения, есть. Но это, опять же, это вот эта составляющая, при которой Лукашенко, с одной стороны, вроде бы предоставляет Российской Федерации помощь, предоставляет территорию для нанесения ударов, но свои вооружения
вооруженные силы в Украину он посылать, я думаю, точно не будет в ближайшее время, потому что он понимает, что это станет концом его политического режима, и об этом мы с вами говорили с первых дней войны. Поэтому он сейчас маневрирует, он лавирует между требованиями, хотелками Путина, которые пытается втянуть его с первых дней войны и вообще организацию коллективного договора о безопасности пытается втянуть в войну. Но все лидеры этих стран, которые входят в организацию коллективного договора, они на данный момент точно не готовы влезть в эту авантюру. Поэтому я думаю, что угроза, она, вне всякого сомнения, существует, гипотетическая, но я оцениваю ее как очень низкую на данный момент. Что ж, спасибо. Спасибо, Федор Владимирович. С нами на связи был Федор Венеславский, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.